Расскажи, пожалуйста, о себе и какая проблема тебя привела сюда? Ну, я приехала, потому что как бы существует, имею такой как бы зависимость, можно сказать, от еды. Когда, особенно по вечерам, то есть просто какая-то психологическая. Ем, не испытывая чувства голода, но просто тянется рука к еде, как к наркотику. То Но есть с много раз. наркотиком ты Нет, никогда вообще с ничего не наркотиком имел. нет, но, наверное, действие схоже по психологическому как бы воздействию. Ну, пробовала, конечно, когда есть мощный стимул, так психологически, то получалось сбрасывать вес. Потом опять расслабилась, набираю. Пропал такой мощный стимул, набираю вес. Вот. И приехала сюда. И немного по алкоголю в последнее время зашла. Ну, Вот, проблемы решила. переплетающиеся вообще, да? Можно сказать или нет? Да, когда выпьешь, то ешь больше, но тогда уже просто аппетит есть. А так, когда без алкоголя, просто зависимость такая Ну, здесь были сеансы и для решения проблем с алкогольной еды. Да, зависимостью, да? вот И сейчас. по поводу еды, да? По поводу ожирения. Как твои успехи в одном и во втором? И в одном, и, надеюсь, во втором все получилось. А как бы к алкоголю вообще, как будто это что-то для меня, как будто никогда и не пробовала его раньше. Ну, даже такое неприятное ощущение То есть абсолютно. поменялось со знака Да, плюс на минус, да? даже если вот будет какие-то праздники в компании, абсолютно нет желания. Вот. И думаю, что в плане алкоголя хорошо помогают вечерние групповые сеансы. А вот именно что касается еды, то тут мне помог именно как бы в комнате, в номере, именно контакт с Виталием Ивановичем глаза в глаза. И даже там никаких там ни петель, ни вот гипноза, ничего, а именно просто я без всякого просто смотрела контакт глаза в глаза. И вот это очень сразу же помогло. Один раз. Такой одноразовый. Понятно. Какие успехи у тебя по весу? Сколько ты сбросил? Ну, по весу все говорят, и тут я не могу сказать, потому что весы механические, оно как бы что-то показывает, ну, По-разному, да? по-разному. Трудно сказать, я не могу Причем так есть и электронные сориентироваться, весы. да. А так как бы замечают, люди говорят, что Но как так бы у тебя сбросила. цифр нет, да? Цифры нет, да. Какие успехи? Ясно. Ну, не сбавляя оборотов, Да, но так да? как я чувствую, что вот, думаю, приеду домой, еще как бы здесь более такой, сидишь тут, все, обед, ужин, завтрак там. Менее И да, подвижно, и в да? номере, да, так приеду домой, там уже другой как-то образ жизни, ну, так чувствую, что Что ты можешь пожелать, если люди будут тебя видеть, и у них проблемы, связанные с избыточным весом, проблема с алкоголем? пожелать, думаю, что как бы все будет получаться, даже если недостаточно собственного стимула. Вот, просто как-то ну, быть вовлеченным полностью в эту программу, так вовлекаться по полной на сеансах. Смотреть Виталия Ивановича, заслушать его, ну и все, с психологами работать, с психотерапевтами, на криосаны ходить, на йогу ходить. Ну, в общем, как бы не так, что, ой, я только вечером там буду ходить сеансы, а там я не пойду, там я пропущу. Лучше, конечно, по полной все использовать. Хорошо, спасибо.